Сегодня глава государства Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами президента Беларуси. До этого он возглавлял Белкообсоюз. Глава государства сразу обратил внимание, что в свое время в ведении управления делами отдавались в том числе наиболее проблемные предприятия. В решениях этих вопросов будет полезен опыт работы Валерия Иванова на разных должностях. Не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши. Где бы ни ходили, ни передвигались, что бы вы ни делали, то ли вы в магазин пошли, увидели что-то так, не так, так поблагодарили, не так замечание сделали, спросили, или же вы побывали на каком-то предприятии, начиная от гражданских до военных предприятий. Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, это не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица. Времени на раскачку нет. Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая, но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вас жизнь побросала. Нигде, никогда, и я это помню, начиная с круглого рассвета, вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это не скрываю, это было так. Я это очень ценю, и это глубоко во мне сидит. Я это никогда не забуду. Но это не значит, что легко будет. Все считают, что управление делами президента – это то, что вот дворец независимости и загородная резиденция президента. Да нет, управление делами президента – это махина, огромная махина. Через некоторое время, когда новый руководитель войдет в курс дела, нужно будет собраться основным составом управделами, включая руководителей крупных предприятий. Тех, кого обычно приглашают на коллегию ведомства, нацелил президент. Чтобы обсудить стратегию работы на перспективу, в частности, это касается вопросов потребкооперации. Александр Лукашенко отметил, что тех функций, которые сегодня выполняет потребкооперация, больше ни у кого нет. Я как мог спасал потребкооперацию, позицию вы мою знаете. Насколько можно было ее спасать при той жестокой конкуренции и наката со стороны государственной торговли, частной там и так далее, мы ее сохранили. Те функции, которыми сегодня занимается потребкооперация, ими никто не обладает и не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать. А нам надо их обслуживать. Это соль земли нашей. Мы сами с тобой были крестьянами и являемся, наверное, по природе своей крестьянами. Да. Понимаем, что бросить людей в селах, деревнях, агрогородках, небольших поселках, да и в районных центрах нельзя. Это треть населения фактически Беларусь. И мы будем делать все для того, чтобы их поддержать. Лишь добавлю, Валерий Иванов также продолжит занимать пост уполномоченного представителя президента по Брестской области.